Так, всем добрый день. На этот раз у нас на распаковке находится компания GGC MCSD12. Это водонепроницаемый бокс для хранения SD и microSD карточек. Всего 13 штук, как SD, так и microSD карточек. Вставляется вот в таком вот коробке картонной. То есть можно посмотреть. Внутри находится непосредственно сам бокс. Полиэтиленовом пакете, то есть выполнен из пластика, водонепроницаемый. Есть ушко для того, чтобы подключить карабинчик и повесить там на пояс, рюкзак или на шею, как вам необходимость есть, где бы разместить ваши SD-карты. Дальше есть замок, тоже пластиковый. Так, и внутри находится отделение из резины для того, чтобы устанавливать ваши SD и microSD карточки. Так, ну и давайте посмотрим. То есть вот есть SD-карточка. Вот мы ее размещаем здесь. Можно еще одну. Дальше микро SD карточка. Ничего не выпадает. То есть, ну и так можно разместить по 6 на каждой крышке. Ну, SD карточек и microSD. То есть, ну, единственное, располагаться будут друг под другом. То есть все 12. То есть, если у вас карточка заполнена, можно перевернуть. Удобно пользоваться. Закрыли. Защелкнули. И у вас всегда надежно хранятся ваши карточки. Всегда их можно достать, ну и разместить, как вам необходимо. Вот такой удобный кейс для хранения вашего контента. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Удачных распаковок, покупок. До следующих видео. Всем удачи и до свидания.